И запомни на всю жизнь, тема приветствия абсолютный ноль. Короче, сейчас миниатюра. Борцы пришли грабить банк. Но там борцы приходят, чулки на ногу одевают, а должны на голову одеть. Одели на ногу, пришли в банк, пистолет показали. «А-а-а!» – кричал она. «Нет!» – он говорит, борец. А он ложится и говорит он, ложись, нет, не могу, говорит. Амин, ты это неправильно делаешь. Чё? Ты объяви, мы сами покажем. А, ладно, сейчас объявлю тогда. Короче, случай в миниатюре. Борцы на реалити-шоу. Здравствуйте. В эфире «Дом-2», где одинокие борцы ищут друг друга. И я ее ведущая Ксения Бородина. Да мы тут все Ксения Бородина. А ну тихо там, Венцеслав. Мы собрались здесь на затылочном. На лобном. На лобном месте. Давайте голосовать. Кто против Лысого? Ну что ж, давайте проведем Лысого к воротам, и каждый пробьет ему по пенальти. Это был телепроект «Дом-2». И мы закрываемся. Счастливы! О, кафе-ба. Опять чего-то не хватает. Музыки здесь не хватает. Ну давайте я спою песню. Какую? Моя бабушка курит трубку. Ну, это понятно, а песня какая? Моя бабушка курит трубку, трубку курит бабушка моя. Ну, это понятно, понятно, это ну. А песня какая?